Здравствуйте, меня зовут Анастасия Коноваленкова, я бизнес-аналитик компании StartupCraft. Анастасия, вы сегодня защищали квалификацию проектного менеджера. Для чего вы пришли на этот курс? Я пришла на курс проектного менеджмента в открытом университете для того, чтобы получить профессиональные знания в сфере проектного менеджмента и улучшить свои софт-скиллы. С какими трудностями вы столкнулись во время обучения? Я не думаю, что во время обучения были какие-то трудности, поскольку открытый университет всячески способствует тому, чтобы трудностей не возникало. Я думаю, что здесь были только положительные стороны. Я считаю, что любые знания обязательно подкреплять практикой, поэтому практика, практика и только практика. Что бы вы могли бы пожелать тем, кто придет сюда обучаться в открытый университет? Ребят, я желаю вам открытости, гибкости ума и радости в жизни. Спасибо большое. Спасибо.